довольно часто в силу объективных причин не удается подключить свой гаджет к сети или просто не удается скачать приложение с Play Market и установить. Решением данной проблемы является скачивание нужного нам приложения на персональный компьютер, а далее передача на гаджет с помощью шнурка или microSD карты. Но есть одна проблема. В Play Market нету стандартной кнопочки «Скачать», то есть приложение возможно только установить. Для решения данной проблемы существует несколько сервисов. Мне нравится, например, сервис, который называется APK Downloader, и ссылку на него я положу под видео, как обычно. Сам сервис очень простой, функциональные элементы – это строка, куда вводится ссылка Play Market на страницу приложения, далее выбор версии Android, а также указывается тип устройства. Далее нажимается кнопочка Generate Download Link, и мы скачиваем наше приложение. Итак, проверяем, как оно работает. Найдем какое-нибудь приложение. Пускай будет Fruit Ninja. Нажимаем. Переходим на страницу данного приложения. В адресной строке выделяем адрес страницы приложения. Копируем. Переходим в APK Downloader. И в строку поиска вставляем адрес. Выбираем версию Android, пускай будет 8. Тип гаджета. И нажимаем кнопочку. В случае, если мы получаем такую ошибку, мы просто указываем ID приложения. ID находится в самой ссылочке. com.halfbricks.fruitninjafree. Все, что после ID находится между знаком равняется и знаком амперсанта, это и есть ID нашего приложения. Поэтому мы его копируем. И вместо всего, что находится в этой строке, вставляем только это ID. Опять нажимаем кнопочку Generate Download Link. И получаем ссылку на скачивание. Далее при нажатии на ссылку начинается скачивание. И в результате через несколько минут мы получаем APK файл, который можно спокойно установить на наше устройство.